Вопрос о том, какого народа этот инструмент, это, наверное, один из самых часто задаваемых. Я уже на него так отвечаю, иногда что-нибудь шучу. Ну, а если серьезно ответить, то самый что ни на есть народный инструмент, это как раз-таки и есть окарина. Вот. И когда задают, пытаясь уточнить, какого же народа вопрос, я всегда говорю, народа, который живет на земле. Вначале берется просто кусок глины, который пока еще не флейта и даже не изделие. Отрезается кусок, и дальше это все нужно скатать в некий такой шарик, колобок, как раньше в сказках говорилось. Бережно, не торопясь, просто ощущая в руках, как податливо глина превращается в нечто. Окарина у нас будет достаточно такая крупная, потому что я взял такой достаточно большой кусочек. И начинается процесс создания заготовки будущего инструмента. Вот если вложить сюда еще какое-то намерение, то получится вообще инструмент еще более живой и более, скажем, с таким, с душой, с каким-то своим настроением. Иногда просто приходит какая-то мысль, иногда сама глина подсказывает что-то, какой-то будущий образ, может быть орнамента, может быть даже самой формы. И тут начинается основная уже часть такая, немножечко водички. И смачиваем и один из краев. Делаю небольшую такую ложбинку, проминаю вначале ее, это чтобы наметить будущую вот эту часть, в которой будет рождаться внутренняя полость, душа. Вместилище души будущего инструмента, потому что, как говорят, внешняя вот эта вот форма, это как тело инструмента, а его внутреннее, до тех пор, пока не вдохнешь в нее воздух, это душа, это настроение, что-то, что внутри. И здесь не нужно сразу сильно давить, все достаточно легко и плавно происходит, мы пальцами просто чувствуем, насколько где нужно придавить, где неровно, где уже достаточно и уже фактически толщина та, которая нужна, а где толстовато, там чуть-чуть придавливаем, если не будет каких-то вот шероховатостей, флейта будет кристально чисто звучать. Многие почему-то думают, что работа с глиной, это значит, надо быть грязным по локоть, а то еще больше. Нет, такая достаточно чистая работа. Так шаг за шагом потихонечку сводятся края. Тут уже можно взять в руки стеку. Каждая вот палочка, вот этот инструмент, которым я произвожу действия, они называются стеки. У них там, конечно, тоже множество разных названий. За те годы, которые занимаюсь созданием окарин, я уже понял, что лучшая окарина получается только тогда,
Когда настроение хорошее, вот без настроения даже смысла нет садиться что-то делать. Видите, вот у меня сегодня хорошее настроение и что-то такое. По мне так красивое рождается. Ну, это будет окарина среднего звучания. Может быть, нота фа. Так вот на глаз иногда даже можно определить. А может быть, нота соль, они там близки. Сушка окарины – это самый ответственный момент, где главное не торопиться, потому что спешка нужна только при ловле блох, как говорят. Здесь спешка может сыграть дурную шутку, глина просто начнет сильную усадку давать и где-нибудь обязательно лопнет. Поэтому несколько дней она выстаивается в контейнере закрытом, таком. Я вот использую пластиковые, у меня их много. И пока лепится партия, там они лежат, постепенно я открываю, там произвел какие-то действия, поработал и обратно спрятал. И сейчас я приступать буду к самому тоже очень важному и очень такому ювелирному процессу. Это создание свистковой части. Это то место, где инструмент начинает звучать, свистеть. Вот вначале это все просто размечается стеками. Делаются маленькие насечки. Тут нужно следить обязательно за тем, чтобы никакие лишние кусочки, какие-то вот заусенчики глины не оставались внутри. Нужно тщательно все выбирать. Если это крупная окарина, то там очень, очень сильно нюансов много таких, чтобы отстроить свисток. Его тоже нужно отстраивать, чтобы он правильно реагировал на давление воздуха. Потому что если сделать вот эту длину слишком короткой, она будет срываться на передув. Если наоборот длинной, то нужно будет много воздуха давать. Ну, то есть есть вот эти вот пропорции, нюансы, которые с годами, конечно, я уже начал чувствовать. Здесь вот кусочки иногда бывают такие, которые невозможно достать. Я их пинцетиком достаю. Бывает так, стека спрячется или какой-нибудь инструментик. Сидишь, шарудишь этими палочками, туда-сюда их, туда-сюда. А он лежит на виду и улыбается, смеется. Как я тебя спрятался. А, вот же он. Вот как и сейчас. Два раза там смотрел. Вот, вроде бы это все инструменты, а тряпка это тоже очень такой важный инструмент, потому что она все время помогает, протирает инструменты, протирает руки. Бывает так, что если тряпки нету под рукой, то это все вот прям работа не та. И нужно добиться так, чтобы вот эта часть, где выходит звук, выходит воздух, и вот эта часть, где кромка, как раз таки воздух, здесь рассекается и получается свист. И благодаря этому флейта становится флейтой. Ну что. Звучит, поет. Это всегда трепетно, когда делается свисток, вроде бы все уже закончено, и вдохнув в нее жизнь, узнаешь ее настроение. Наметку отверстий будущих игровых я делаю сразу, то есть я вот прикладываю пальчики, и в тех местах, где они ложатся, я так присматриваюсь и пользуюсь инструментом под названием ноготь. Так удобнее всего. Делаю просто такие засечки. Бывает так, что перепроверяю, и приходится чуть-чуть передвигать. Но эргономика должна быть учтена, потому что если играть на инструменте, то он должен быть очень удобен, и пальцы должны интуитивно попадать в те места, где у нас отверстия будущие. Так, и теперь можно их уже проколоть. Это будут просто наметки, это не ноты, а просто дырочки. Для того, чтобы было понятно потом, а где уже сверлить отверстия при настройке. И тут, кстати говоря, можно даже применять различные текстуры. Иногда я делаю их гладкими, вот выглаживаю прям
до состояния идеала. А иногда я специально беру, например, вот какие-нибудь такие вот штампики, которые я когда-то сделал тоже из глины, кстати говоря. Ну вот, налепил, и можно ими прокатывать. Вот даже косточка авокадо высушенная, она имеет такую свою фактуру. И если ей покатать после обжига, после молочения, это все проявляется и становится такой прям красивый-красивый орнамент, но созданный уже природой. С детства я любил гулять в степи, вырос я в небольшом поселке, и природа была всегда рядом, то есть там буквально минут 10 пройтись, 20, и вот она степь. Очень много вдохновения мне это дало. Часто орнаменты, которые я наношу на окаринах, это какие-то травки, какие-то листочки, что-то вот связанное со степью и с природой. Ну вот так получилось. Как кольца на воде. Или как звук, он же тоже волной расходится, и вот здесь тоже волны. Ну и, конечно, наверное, пришло время поставить штампик мастера. Почти, почти, почти. Вначале я просто расширяю отверстие. Вот и начинаю проверять, насколько они не соответствуют нужной ноте. Должна быть нота ля. Соответственно, я делаю шире. Я по чуть-чуть начинаю подгонять отверстие, диаметр отверстия под ту ноту, которая нужна. Вот еще чуть-чуть. Ля.
если бы мы ее в миноре настраивали, а я ее решил настроить в миксолидийском ладу, то вторая нота, она бы уже подошла. Чуть-чуть ее подстроить, но я хочу ее сделать в ноту си. Процесс немного напоминает прием у стоматолога. Фасочку делаю, чтобы было удобнее пальцы ставить, чтобы всегда пальцы находили отверстие игровое. Вот, почти уже показывается нота си. И тоже так непредсказуемо получается. С какой-то бывает сидишь часа два, с какой-то можно и за полчаса управиться. От чего это зависит, как это? Наверное, от моего настроения, потому что что такое наше настроение? Это гармония трех тел. Нас трое. Гармония тела, души и духа. Вот отсюда и слово настроение, состоящее из разных слов. Также и с флейтой. Вот у нее нет настроения, когда ты ее берешь в руки. Она издает лишь звук. Но приложив какое-то усилие, мы можем сделать у нее настроение минорное, мажорное, миксолидийское, фригийский, он же арабский. Вот, отлично. Третья нота готова. Нота до. Следующая нота ре. Вот здесь можно посмелее уже больше рассверлить. Чуть-чуть еще пройтись, и будет прям идеально строить. Все время нужно перепроверять, потому что в процессе настройки может какая-то нота уплыть. Потому что мы же меняем все равно за счет рассверливания отверстий, меняем объем камеры. И что-то начинает понижаться. Ну и иногда пыль забивается. Уже ее нужно прочищать. И здесь у нас будет нота фа. Если бы мы настраивали в мажоре, то была бы нота фа диез. Здесь надо кусочек наждачки взять пошире. Процесс лепки, процесс создания, он такой более творческий, а этот процесс настройки, он такой более технический. Главное быть внимательным. Ну что, можно сказать, что практически готово. Главное просмотреть, перепроверить, потому что потом уже будет процесс обжига, и уже что-то переделать и подправить после обжига, это будет сложнее. Обязательно на них играю после настройки,
чтобы в целом ощутить и понять, насколько все хорошо и качественно сделано. Нету ли каких-то присвистов или каких-то призвуков. Ну и когда все готово, можно ее уже подписать. Подписать, написать на ней обязательно ноту. Нота соль. После того, когда все настроено, каждая окарина и свистулька проверена, их можно загружать в печь и начинать процесс обжига. Процесс обжига – это то, что проверяет, насколько качественно слеплено, насколько качественно сделано. И процесс достаточно длительный. Здесь участвует у нас высокая температура, которая набирается постепенно, в начале 100 градусов, чтобы высушить и полностью убрать всю воду. И затем происходит подъем температуры до 300. Это следующая ступень. И далее уже 600. И после 600 градусов доводится до 1000. Это та самая окарина, которая в прошлый раз была на съемках. Вот будем смотреть, как она получится после обжига. Цвет немножко поменяется. Они станут чуть-чуть темнее. Ну и, конечно же, звук. Ну, все, можно включать. Закрываем дверь. И все, оно загудело. Это значит, что процесс обжига пошел. Через несколько часов будут готовы. Когда я еще выбирал будущую свою профессию, когда мне родители задали вопрос, кем хочешь стать, вот я еще толком не понимал, но была четкая мысль, что мне хочется сделать так, чтобы в этом мире было больше чего-то вот хорошего, прекрасного и про любовь. Вот, наверное, такая цель, может быть, она отчасти из детства и будет звучать по-детски. Хочется в мир нести любовь. А как, насколько хорошо и качественно у меня это получается, наверное, об этом скажут люди. Ну, я люблю то, что делаю, и делаю то, что люблю. Творчество – это то, что способно в людях раскрывать сердца, раскрывать души. И человек, который занимается творчеством, любит музыку, вряд ли он пойдет воевать или отбирать что-то у другого. Он зовет в гости и захочет этим поделиться.